Я приготовила для тебя сюрпризики. Там не шоколад, не конфетки, там настоящие. Амелия, за то, что ты украсила так красиво елочку, я приготовила для тебя сюрпризики. Да вот приближаются подарочки, я люблю подарочки. Начнем с двух маленьких подарочков. Вот такие новогодние подарочки. Начнем с этих. Ты знаешь, что это? Блески. А этот шарик можно тоже прицепить на елочку, и будет как украшение. Есть два блеска, елочка и снеговик. Давай я елочкой, а ты снеговиком. Нет, ты елочкой, ну давай. Открываем. Это как раз бальзамы для зимы, чтобы губки не обветривались. Для деток. Интересно, они пахнут? Конечно. Пахнут. Начнем с елочки. Пока ты красишь елочкой, я накрашу снеговиком. Теперь можно смело выходить на улицу. Амель, а шарик будем открывать или на елочку его повешать? Сначала открою, потом повешу. Ну открывай. Тут можно спрятать конфетки. Так, что тут у нас? Какая красота. Амелька, здесь заколочки. Тут и Дед Мороз, и Снеговичок. Резиночки такие новогодние. И колечко с ангелочком. Давай я одену колечко. Давай. Вот и ангелочек. Оп. А потом мы с тобой повешаем шарик на елочку. Правда? Да. Ну еще один сюрприз. Адвент-календарь новогодний. А вот и он. Он необычный. Там не шоколад, не конфетки. Там настоящие новогодние украшения. Давай открывать. Начнем от одного и до 24. Ну что, начнем с единички? Открывай дверку. Оп. Это мишка. Это что? Это же не мишка, это кошечка. Гео-гео. Это украшение на шею. Это цепочка. Оденем? Я в школу ее одену. Какая красивая кошечка. Где теперь? Открываем. Два. Так. А тут? Это резиночка для волос. А с этой резиночки мы сделаем тебе хвостики. Да. Открываем цифру 3. Рисуй. Так. Оп. А тут опять цепочка. Наверное, это не цепочка. Это просто можно будет подвесочку, кошечку поменять на подарочек. Вот такой вот подарочек. 4. Открываем номер 4. Резиночка. Это резиночка? Да. Я вижу бантик. О. Это бантик-резиночка. Давай посмотрим. Резиночка в форме бантика. Следующая цифра 5. Где 5? Вот. Точно то 5? Может, то 6? Нет. 5. Ты знаешь циферки? Ах, ты ж такая. Так. Это тут. Еще подвесочка. Здесь еще одна подвесочка. И еще одна подвесочка нам попалась. Амелия, а где цифра 6? Вот она. Ну, открываем номер 6. 6. Оп. Это опять. Класс. Мне нравится. Это еще одно украшение на шею. Здесь уже подвесочка с лисичкой. Номер 7. Опять. Еще подвесочка. Еще одна подвеска в форме звездочки. Амелия, у тебя уже будет столько украшений. Каждая девочка мечтает о украшениях. Ой, это резиночка. Резиночка. Вот здесь цепочек резинок. Да, еще одна резиночка. Это резиночка с сердечком. Какая следующая цифра? Вот такая. Это что за цифра? 9. 9. Открывай. 9. Снова пингвинчик. А здесь у нас пингвинчик. Еще одна подвесочка на цепочку. Да. Цифра 10. 10. Открывай. Колечко. А это что? Колечко. Колечко. Оденем. А тут у нас колечко в форме снежинки. Так, следующая цифра 11. Открываем. Да. Это уже заколочка. Это заколочка со снеговиком. Цифра 12. 12. 12. Наступит Новый год. Оп. А это что?
Вот такой вот зайчик. И он поселится у Амели на цепочке. Да. Теперь у Амели зайчик, подарочек и кошечка. Да. 13. 13. Оп. Открываем. Как ты думаешь, что там? Цепочка. Опять подвесочка. Пингвин. Это же такая девочка, как у тебя на колечке. Теперь еще будет подвеска, целый набор. Да. 14. 14. Еще одна заколочка. Ой, резиночка. Такая же почти. Да, это там будет... у нас с сердечком, а здесь со звездочкой. Вот такая красивая резинка. Вот это, Амелия, у тебя будет хвостиков. 15. Да, следующая цифра у нас 15. Оп, и еще одна резинка. Такая разная. Еще на один хвостик больше. Открываем следующий. Это какая цифра? 6. 16. Дед Мороз. Дед Мороз. Открываем. 17. Оп. И это колечко. Колечко с сердечком. Ну, у меня будет колец. Красивое. Одеваем. Одеваем. Вот такое вот, как настоящий бриллиант. Вся в колечках. Супер. 18. 18. И там снова цепочка. И там... Сережки. Сережки. А денег. Я люблю сердечки. Номер 19. Открываем. И здесь подвесочка. Да. Еще одна подвеска. Следующая 20. Здесь резиночки. 2-1. Это 21. Открываем. Опять заколочки. Блестящие, красотящие. Давай сразу откроем цифру 22. 22, 22, 22. Зай! Класс! Зай! И еще одни сережечки в форме зайчиков. Цифра 23. Резиночка. Теперь уже розовый, ярко-розовый бантик. Ну что? Последний номер 24. Ты видишь, какая длинная ячеечка? Да. Мне кажется, там что-то будет побольше, чем вот такие вот. Открывай. Там даже целый набор. А, здесь подвеска и колечко с Дедом Морозом. Да. Вот такой Дед Мороз брелочек и колечко блестящий. Мама,